Совкома. Сегодня и все дни у нас проходил замечательный конкурс на стенде Совкома «Нарисуй крутой рисунок», который оценит Джеймс Оуар и получит крутой приз. Вот этот крутой приз, очень крутой планшет, который ребята уже успели заценить, пока рисовали. И побеждает Глумова Мария с рисунком «Девушка над городом», и на ней парят вороны. Если здесь есть Глумова Мария, подходи. Спасибо маме и продюсеру. Ну, в общем, спасибо всем этим людям. Да, правда, спасибо. Давайте еще раз поаплодируем. А сейчас в связи с таким замечательным событием небольшое объявление. Джей Блей. Они хотят пару слов сказать для вас, ребята. Всем привет. Привет. Да. Это Павел. Это Костя. Мы все выросли из увлечения Японии, и из этого выродилась клуб Бимафия. Вот вы можете наблюдать на футболочке. Бимафия — это клуб, увлекающийся японскими ритм-играми. Мы начали увлекаться с 2004 года, нам уже 10 лет, и мы решили оформить это еще и в кафе, в виде кафе, купили автоматы, вот, у нас будет очень много ритм-игр. Да, в общем, у нас будет японское антикафе, где будет большая библиотека с мангой, будут ночные просмотры аниме, изучение японского языка, курсы по рисованию манги. И называться это будет J-Play Cafe. Мы вас всех туда приглашаем, мы уже очень скоро открываемся. Посмотрите. И хочу сказать спасибо тем, кто смотрел вчера на чемпионат по нашей танцевальной игре In The Groove 2. И вот у нас чемпион стоит, вот можете поаплодировать. Вот занял руки. Да, Лука занял первое место, я занял второе. Вот, первое место Apple TV получил человек. Вот, очень радуется будет смотреть. Всем спасибо, заходите на наш сайт, вот он написан, вот у меня на футболочке. И скоро мы объявим о нашем открытии. Спасибо вам большое. Всем спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня сейчас пройдет эксклюзивная акция. Мы будем пытаться вам по выгоднейшей цене на аукционе вручить подарки от Джеймса Оуара. Давайте похлопаем. Первым лотом будет эксклюзивный постер, подписанный самим Мэтром, который демонстрирует наша самая красивая девушка. Похлопаем девушке. Что я могу сказать об этом скетче? Этот скетч выбирали в течение, вот чтобы вам назвать, часа. Час сидел он в составе фестиваля и думал, какой же плакат лучше вам выбрать. С нами сидел Джеймс, который советовал и расписывал все плакаты, но больше всего он хвалил этот, так как на этом плакате показана чувственная сцена и переживания главного героя. Итак, товарищи, кто рискнет и назовет первоначальную цену за этот шедевр? Ну же, смелее, выходи. 10 рублей. Сколько? 10. Ну ты обижаешь, Мэтра обижает, ну что? 10. Сколько? Так, давайте я поставлю планку, а то вы его прям обижаете очень сильно. Давайте будет планка 300. Ребята, этот постер продавался дорого. Сейчас я вам предлагаю купить его по дешевке. Как эксклюзив, как подарок от фестиваля, но надо же всем нам кушать. Поэтому, ребята, 300 рублей за отличнейший багаж. Кто смелый? Вот. Вижу, парень на заднем ряду с усами шикарными. Давай, 300 рублей за плакат. Согласен? Нет? Человек с тростью и шляпой. Давай. Я в этом глазах видно жар. А вот молодой человек в очочках сидит с хорошей прической. А я не понял, а тут
400. Кто больше? Вот видите, 400 уже пошло. Вот видите, ценится. Ценится вещь. Кто же, кто же? Молодой человек на подоконнике, что вы скажете по этому поводу? Ну давайте, ну не стесняйтесь, же вижу, хотите. А вот молодой человек умел. Вот мне подсказывают отличную фразу от родителя субкультуры Готпа. Вот вы такое слышали? Вот не слышали. И такое будет единственный раз в жизни шанс. Ну уже, кто, вот сколько? 500, хорошо. Вот уже перебилится молодой человек, вас опережают. Старайтесь, старайтесь. Я вам скажу следующее, что Джеймс О'Мара еще не знаю сколько, может быть, не приедет в Москву. Подумайте, что это эксклюзивная вещь, что у вас больше не будет шанса в жизни получить эксклюзивный плакат Джеймса О'Мара. Ну же, ну же. Кто? 400, 500, 500, хорошо, 500, 500 раз. Плакат 500 раз, кто больше? Эксклюзивный плакат 502. Давайте, ребята, последний шанс. Вот я сейчас опускаю руку и уходит плакат красивой девушки в первом ряду. Ну же, раз, два, 503 продано. Похлопаем. Теперь более вещь ценится. Это целый скетчбук. Скетчбук с автографом великого мэтра. Ну же, скетчбук, пожалуй. Ну, сколько мне бы взять за скетчбук? Кто подскажет, сколько взять за скетчбук? 100 рублей. Ну же. Ну ладно, ладно. У нас уже сложилась традиция, поэтому давайте с 300 начнем. 300. Кто даст 300? 500. Вот, видите, молодой человек оживился. Он понимает ценность этого предмета. Этот предмет настолько шикарен, что... я даю шляпу, что он настолько шикарен. Поэтому кто даст больше 500 рублей? Ну же, он продавался за... Сколько? 700. Вот, 700. Молодой человек, вас опережают. Давайте. 900. 900. 900 рублей. Это настолько минимальная цена за этот шедевр. 1000 рублей. Что, больше хочешь дать? Ну, хорошо, хорошо. 1000 рублей. 1000 рублей раз. 1000 рублей раз. 1000 рублей раз. 1000 рублей два. 1000 рублей два. Два, два. 1000 рублей три. Раз, два, три. Эх, продано! Потом человеку за 1000 рублей. Спасибо большое, на этом вот и кончились. Вы упустили свои шикарные шансы.